Мы сейчас с зефириком стригли ушки, лапки. Он как-то ему не особо понравилось, а в детстве нравилось. Сейчас он уже решил немножко повыпендриваться. Сейчас будем первый раз купаться. Сейчас буду разводить шампуньку. И первый раз буду мыть малыша. Уже можно, нам почти 3 месяца. Сейчас будем купаться. Я его причесала полностью со спреем. Расчесала лапки, наша шерсть. Кстати, к пеленке не прилипает шерсть, поэтому я стригу собак на пеленке. Вот. Пойдем мыться. Мыться пойдем. Да, красавчик-то мой. Нет, конечно. Вот он боится. Аж трясется весь. Может, ему понравится. Не знаю. На себя не похож. Сейчас будем смывать. Зефирчик, ты в шоке? Ты в шоке? Да? У него повадки чайки, он так же себя ведет, когда он помылся. Куда ты пошел? Сейчас сушиться будем. Зефир, я под диван влез. Все. Вот он там вылез. Как он там вылез? Там что, можно пролезть? Иди сюда. Зефир. Иди сюда. Иди, иди. Зефир, иди сюда, идем. Он что-то миску боится, видишь, он не доел. Юсь, ты куда полезла-то? Мы собрались на ревакцинацию, на вторую прививку, которая делается, ну, почти в 3 месяца, повторно. Была дома находится, хоть минутку побудет на улице. Вот, спрятался, опять вылез. Давай лапку.
На улице очень тепло сегодня, прям весна. Зефирику понравилась сумка, ему нравится вот так смотреть, а не сидеть полностью закрытой. Поэтому я решила, что он пойдет в этой сумочке. Она, конечно, закрывается, но ему так нравится. Вот наша ветклиника. Слава богу, она работает в эту нерабочую неделю. Обработанными, чтобы не терять время. Боимся этого. Видишь. Ты, пескун, успокоился? Запищал немножко, потому что делали сразу два укола. Закрепили DHP, то есть это прививка для щенков вторая. И против бешенства поставили, так что Зефир у нас полностью вакцинирован. Через 2 недели можно гулять, но, наверное, поедем на дачу. Вот и не было, все было хорошо во время вакцинации. Ну все, не крутись. Серо-белый. Да, 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 уже крашивается весь. Не бойся, все хорошо. Спокойно, спокойно. Все. Мы пока дома никуда не ходим. Сидим дома. Так, теперь следующая прививочка будет, когда вам будет год. Настя, как всегда, с посылками. Чуть не каждый день на почту бегаю. Это все, конечно же, собачкам пришло. Как всегда, новая одежка. Примеряем нашу новую одежку. Вот такой вот костюмчик с помпончиком для Юсечки. Чуть-чуть ей великовато, но она миник, и у нее проблемы с лапками. Ну, ничего. Хорошо смотрится. Он такой, знаете, тепленький. Вот сейчас ходить на весну. Очень классный. Вот. И чайки такой же. Я еще, правда, не мерила. Чуть меньше он размером. Вот. Мятный. А это такой пудровый. Также нам положили вот такой бантик в подарок. Спасибо Олесе, если смотрите это видео. Меряем ваши костюмчики. Вот. Сейчас Чайки будет мерить. Также вот такая толстовка. Луи Виттон для собачек. Че ты, Зефирчик? Ты еще не дорос до такого. Вот. Сейчас Чайки померю. Очень клевая. Давно хотела такую. Появилась у нас кофточка от Бусёна. Сердечком очень миленькая, тоже внутри с футером, очень классная. Мы вышли выгуливать новый костюмчик, но на самом деле мы ходили на почту отправить заказик, вот, девушка, которая выиграла в нашей лотерее, и решили заодно прогуляться. Чуть-чуть. Так как сейчас все-таки карантин. Чайки схватил траву. Точно траву? А? Чайки. Пойдем. Там деловой такой. Чайки. Такой у него костюмчик новый.
Зачем ты рулетку крутишь? Чайки.